Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами вновь на вкусной кухне пиар-бара. И с вами я, шеф-повар Валерий Ковалев. У нас сейчас стартовал фестиваль Дикороссия. Мы, как заведение, принимаем в нем участие. И я покажу одно из вариантов блюд нашего фестиваля. Это сима с черемшой гриль и шафрановым соусом. Я в предыдущем выпуске рассказал, как мы подготовили нашу рыбу, как мы ее замариновали, маринад. Сейчас мы ее будем готовить. То есть, ну, что для этого надо? Набор ингредиентов стандартный, да? Наша маринованная рыбка, черемша свежая, шафран, сливки, соус терияки, и у меня уже есть соус белое вино. Мы тоже рассказывали в предыдущих выпусках, и в передаче «Ответ на вопрос» я пояснял, что такое соус белое вино. То есть, ну, начинаем. Значит, рыба у нас промариновалась. Мы ее мариновали в нашем маринаде порядка 15 минут. Я ее отправляю на гастроемкость. И я ее убираю в пароконвитомат при температуре 200 градусов 5-7 минут максимум. Даже может быть 7 минут много, то есть здесь нужно будет смотреть уже по факту. И в то время, пока наша рыбка будет запекаться в пароконвитомате, мы с вами приготовим черемшу и подготовим наш шафрановый соус. Все, отправляем нашу рыбку в разогретый до 200 градусов пароконвитомат. Ставим на 7 минут и идем заниматься нашей черемшой и соусом. Начнем с черемши. Я ее бланширую немножечко, то есть вода. Ничего я не делаю, потом буду ее солить и перчить. Все, я достаю нашу черемшу и просто скидываю ее на лоток. Я солю, перчу, беру кисточку, беру терияки соус и вот так вот я ее немножечко обмазываю. А черемшу можно обжечь, и она будет у нас тепленькая, и все, и мы вот так вот ее доводим, грубо говоря, до той кондиции, до нашей консистенции, вкуса, как она нам нужна. Наша черемша тоже готова. Мы идем, достаем лосось. Вот такая вот у нас, мы взяли прихваточку. Берем нашего лосося. Вот такая вот у нас получилась с вами красота. Мы начинаем сервировать наше блюдо. Наша черемша. Со сливочным соусом она будет очень-очень даже вкусно. Ну и наш лосось. И сверху я немножко еще нашего лосося сдобрю соусом. Наш сахалинский лосось с черемшой гриль и шафрановым соусом готово. Приятного аппетита и ждем вас в гости на фестивале.